мамута Чурлу. Цветущие крымские горы, спелый гранат, уходящая вдаль осенняя дорога, полная тревог и ожиданий. Лунный свет на беленых стенах старых домов и сбегающая к морю тропинка. Контрасты. Именно так назвал свою выставку известный крымско-татарский художник Мамут Чурлу. Через каждую работу он словно вновь и вновь проходит этапы своей жизни. Утраченное детство, оторванная от родины юность и первые шаги по родной земле. Названа она «Контрасты», потому что здесь как бы предоставлены, во-первых, работы совершенно в разных жанрах. Здесь текстиль, который также тоже емкий достаточно. Здесь керамика, которая декоративная, она где-то ближе больше к народному искусству. И здесь есть живопись, в которой есть мотивы народного искусства. Есть живопись более такая суровая, есть живопись более, как сказать, позитивного настроя. Поэтому выставка названа «Контрасты». Во многих работах Мамута Чурлу отображены символы и знаки, характерные для традиционного крымско-татарского орнамента и обозначающие такие понятия, как семья и род. Глубокий символизм и в картине «Три времени» Чатырдага. Разный взгляд художника на знаменитую крымскую гору видит прошлое, настоящее и будущее. Еще один образ, который присутствует практически во всех работах мастера, навеян полувековой депортацией крымских татар. Это тема запретной мечты далекой потерянной родины. Поэтому даже в самых солнечных уголках его картин проступает печаль. И вновь три времени, которые художник отобразил в своем триптихе. Безмятежное небо, сверкающее море, вольные просторы. Их сменяют кроваво-черные краски дня депортации 18 мая 1944 года. Разоренный дом, брошенная детская игрушка, погасший светильник. И затем вновь море, солнечная даль, но как малы кофейные чашки, как узкое оконце, в котором лишь сиротливые кипарисы и лоскуты моря. Эта картина «Депортация», она очень важная для меня, потому что мне как бы удалось, на мой взгляд, выразить вот этот ритм стука колес, спрессовать здесь вот несколько линий железнодорожных сразу, такого не бывает. Все это жестко, контрастно, все это без цвета почти, потому что уже эмоций у людей никаких нет. Люди в этих вагонах запечатаны, как в конвертах. Мамут Чурлу рассказывает, что многие работы были изменены уже в процессе реализации идеи. Когда задумываешь одно, а получается иное, словно кто-то невидимый водит рукой. Есть работы, которые они вот как созревают, знаете, вот как вот фрукты, растения, да, они созревают на протяжении многих лет. Вот на этой выставке есть работы, которые там на протяжении 10 лет созревали, и уже последние штрихи ты кладешь, когда там прошло длительное время. Вот процесс созревания образа, созревания себя происходит тоже. Вот что-то такое в работе есть. То есть я никогда заранее не знаю, какой будет конец. Кроме творческой деятельности, Мамут Чурлу вот уже много лет занимается исследованиями в области традиционного народного искусства крымских татар. Он стоял у истоков масштабного проекта «Крымский стиль» по возрождению духовного наследия прошлого и воплощения его в современном искусстве. Вышивка, ткачество, орнаментальная роспись, керамика, обработка металла, дерева, кожи, ювелирные украшения. По мнению художника, именно те, кто любит Крым, болеет за его завтрашний день, призваны восстановить прервавшуюся нить преемственности, что связывает минувшее с настоящим и будущим. Я понял, что мы должны думать о будущем. И о будущем надо думать позитивно. Как ты думаешь, так и получается. Правильно же, да? Мысль, она материальна. Мы должны планировать позитивное будущее. Вот чем я занялся в последнее время, уже дошел, как это сделать в своих картинах. При помощи символов народного искусства. Художник уверен, три времени, связанные друг с другом, помогут лучше понять и узнать друг друга, придадут силы для дальнейшего преодоления трудностей на пути созидания. Зера Эмирсуин, Нариман Чубаров, канал «Алиф», Крым.